Депутаты регионального парламента проголосовали за внесение изменений в закон об административных правонарушениях Ивановской области. Законопроект предусматривает увеличение штрафа с 1200 рублей до 2000 рублей за воспрепятствование законной деятельности уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Такой же штраф будет налагаться на должностных лиц за неисполнение обязанностей областных законов об уполномоченном по правам человека и об уполномоченном по правам ребенка. Мы согласились с поправкой, которую предлагали депутаты профильного комитета, о том, чтобы возложить ответственность на выпуск протокола по возложению административного штрафа, соответственно, на уполномоченного по правам человека и на уполномоченного по правам ребенка. Это связано с нашим федеральным законодательством.